А апparemment, il faut venir. Итак, посмотрим. C'est ici que ça se passe. Что же там? О, regardez ça. Посмотрите. Останки необычной рыбы. Я даже не знал, что такое может жить в пресной воде. Это тетрадон. Когда на эту рыбу нападают, она становится круглой, как шар. Она принимает такую форму для защиты, чтобы хищники просто не могли ее проглотить. И такие водятся в этом озере. Немного от нее осталось. Что ж, вперед. Странные рыбы. Поднимаются к поверхности, набирают воздух и ныряют обратно. Тетрадон! Это тетрадон! Надувная рыба гениальна. Тут есть тетрадоны. Хорошо бы поймать одного. Они здесь есть. Вот это звери. Промазал. Там их два. Промазал. Возвращается. Поймал. Он не слишком доволен. Он надувается. Ой, гумф! Раздувается, превращается в шар прямо на глазах. Бедный старик. Вот он каков. Знаменитый тетрадон. Прекрасная рыба-шар. А клюнул на маленький липлес со множеством шариков. Он неплохо шумит. А эта рыба хорошо тянет и сопротивляется. Удивительное создание. У него клюв, как у попугая, а зубы испорчены. Слишком много конфет ел. Невероятная рыба. И еще один. За ним следом. Тяжелый. Надулся, как бочка. Да, этот еще хуже остальных. Шарик, посмотрите. Фантастическая рыба. Просто с ума сойти.